В силу вступил закон о суверенном интернете. Собственников начали уведомлять о продаже недвижимости. Выдачу микрокредитов под залог жилья запретили. Эти и другие нововведения вступили в силу 1 ноября. Защитить отечественный сегмент интернета от внешних угроз – такую задачу ставят перед собой создатели закона о суверенном интернете. За устойчивое, безопасное и целостное функционирование всемирной сети в нашей стране ответит Роскомнадзор. Введен запрет на выдачу россиянам займов под залог квартиры или доли в общем имуществе, в том числе в долевом строительстве. Еще одним способом защиты от мошенников стало уведомление собственников о предстоящей сделке, которые пришлют на электронную почту. Турфирмы более не смогут устраивать паломнические туры. Их обязанности берут на себя религиозные организации. Также с 1 ноября в некоторых регионах ДТП с незначительными повреждениями разрешили фиксировать с помощью специальных приложений для смартфонов. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.